Адрес объекта недвижимости в Подмосковье можно получить с помощью регионального портала госуслуг. Для этого необходимо подать онлайн-заявление. Сначала нужно перейти в раздел «Земля и стройка», «Ввод в эксплуатацию и оформление прав на объект», выбрать опцию присвоения адреса. Ответ поступит в личный кабинет в течение 6 рабочих дней. На данный момент уже более 740 тысяч раз жители региона воспользовались данной услугой. Напомним, адрес можно присвоить дому, квартире, офису, участку, машиноместу. Перед подачей заявления проверить его наличие у объекта недвижимости можно на сайте Федеральной информационной адресной системы.